Так зачем кнайф, я не понимаю. Это забей. У вас третья карта, вы чё, ребята? Какой кнайф? Ну ладно, остался один хурикен. Против Роми и Термика. 45 против 45. Бывший тиммейт — это пакет реально. Сторону, скорее всего. Ну и рожайте быстрее. Третья и последняя карта. Противостояние Юнити против Трактора. Напомню, разыгрывается квота в Казань. 5-6 декабря будут лан-финалы. По киберраде, по дисциплинам FIFA. FIFA, по-моему, Mortal Kombat, по-моему, там на месте. Hearthstone, по-моему, тоже на месте. Как я помню. По правилам. Вот CSGO и Dota чисто отборочные идут. И одни из них сегодня закончатся по контре, узнается. По CSGO полный состав. На лан-финалы по этой дисциплине. Роми у нас вылетел. Ну наконец-то ready. Поехали еще раз. Снова кэш, снова противостояние и выход команды Трактор под Upland. Минус 2. Максу, тебе играет Сашка. Сашка и с Хурикеном вместе. Сзади хороший таймик. Минус домок. Дедушка. И... остается один домок. По нему есть инфа. И все-таки его и забирает за трактором. 1-0. Пока начало одинаковое же, ничего такого нового нет. Также забрала команда Трактор первый пистолетный раунд. С
Сашку уже там неплохо так-то получал вещей. Победа минус Ваксу Тервик. Победа Тервик минус 2. Что ты делаешь? Забрал девайс. Хотел отдать его Роверу, сказал, нафиг тебя. Скелл минус дедушка тем временем. И 3 в 2. Красный Сашка. Ставится плент. Под девяткой термик. Ловит он флеш. Остальные пока стоят по-прежнему. Вообще никакого движухи, никакого ничего нету. Все пункту, Ескелла не чекал, ой, что творит. Это 2-0. Зона отчуждения. Продолжаем смотреть дальше. Четверо атакует. Ой, Скелла хорошо, конечно, стал, но его сейчас могут все четвером задавить. Пытается не отдать свой калаш. Все-таки отдаст свой калаш Роме. И в принципе Роме уже подрывает бобина. Ну и 3-0. Пока начинается хорошо все. Как и было на прошлых картах. Так, есть АВП, Хурикен, Максус АВП играет. Дедушке больше не доверяют. Максу, ее минус 100 бод. И Хурикен 10 хп оставили на наблюдение тем временем. Максу с ОВП не попадает. Бобина минус термик на 9. На каре сейчас надо будет убирать. Промахивается. Все-таки добили Хурикена. Саша забрал Громи. Ситуация 3 в 2. Ескелла со спины, с бобиной вместе расправляется. 4-0. Уже как-то интересно. А, по-моему, также карта Overpass начиналась. 4-0, потом 4-1 и понеслось, поехало. Посмотрим, как сейчас будет. Подсадка. У Максу так неплохо прилетело на 21 хп оставляет. Ескелла минус дедушка. Ескелла минус домок. Саша. Домок помог термика убить. И Роми тоже падает. 5-0. Вот она, Аргентина, Ямайка, 5-0. В пользу тракторов. Я так думаю, может быть, я тоже в Казань поеду. 5-6 числа видно будет. Там стоит только билет купить, по-моему, на 2 дня. Только бы знать, где жить. Так вот так, вообще-то вопрос совсем другой. Так, ну ладно, продолжаем смотреть. Рома, минус бобина. Хурикену положили смог. Дедушка минус Ескелла. И вот что-то мне напоминает то, что здесь будет, скорее всего, первый. Первый раунд команды Unity. Термик с Максу стоят под аплент. Саша как раз подобрал плент и идет на А. Максу стоит за трактором. Слышал, скорее всего. Сейчас вот будет ли откидывать флеш или нет.
Хорошо лег смог со спины чека. Это ее вот эта ошибка была, то что он повернулся туда, дедушка забирает хурикена. Минус термик, ну красные оба. Дедушка. Ну пока первый раунд взят. По деньгам пока нормально все у тракторов. Скажу всем сегодня большое спасибо, кто принимал участие в турнире. 8 команд. Респект и уважуха. Следующий турнир, если говорю, мне дадут постримить. Мы услышимся на стриме в Оранже 29 числа, если как-то там не поменяется ничего в расписании. Так, бобина, минус термик, медление. Лезут винт. На 9 у нас стоит домок. Домок до конца не зажал домок до конца. И все-таки вместе с хурикеном там еще и хае прилетела. Бобина красный. Все полностью красная команда. Тракторы. И неужели ты собрался сейвить, дедушка? Все красные, можно было пойти побороться, выбить хотя бы двоих, троих, попробовать. С экономикой там плачевной-то, вот в чем беда. Значит, не знал. За тройкой, Саша за тройкой, чекни! Все-таки выжил, по-моему. Так, ну 6-1. Неплохо. С одним засейвленным девайсом у нас будет играть сейчас дедушка. Есть АВП у хурикена. Минус дедушка, как раз минус девайс. Армик, Саша, поджал как раз. Термик, минус домок, Роме остается на аплент как раз с этим девайсом засейвленным. В прошлом раунде дедушкой. Ну, это уже не чекает, просто бежит так. И хурикен, в принципе, завершает. СВП фраг. 7-1. За сильную сторону надо брать. Как можно не смотреть на свое хп? У тебя экран так и вроде не из маленьких. Роми стоит у нас на медлине, но он без АВП. Бобина видел, должен увидеть. Плент-то вообще еще даже не дошел Максу. Термик минус Саша, дедушка, Юскелла, какая реакция. Термик с Роми против Юскеллы и Бобины остается 2 в 2. Бомба идет на чисто бы плент. Роми лезет в винты. Должен был слышать, и Бобина теряет плент Юскелла.
Да. Ну и сейвить. Второй раунд. Что еще делать? Второй раунд, второй раунд. Пока все прошивается, нашивается. Медлине стоит Роми. Хурикен смотрит с АВП мидл, никого не видит. И вылезет, ну, до конца бы еще вылез бы Роми. Термик уже вышли, уже выход прошел на плент через мейн. Термик минус топ-1. Хурикен минус термик, Роми. Со всех сторон убивают. Минус Саша остался домок. Здесь дедушка, дедушка сзади спину. Против одного хурикена оставляет красным у нас. Хорошая флеш была. И все-таки сильнее оказался. У нас дедушка перестрелял. 7-3. Смотрим, экономика, экономика у обеих, в принципе, плачевная будет. Чё я уже несу, у обеих плачевная будет. У одной кого-нибудь из команд, если проиграет раунд, нашивает тут за тройкой хурикен. Открыли скрип, термик. Вторым затрогаем Максу, Роми. И сразу так разворачивается, резко-резко разворачивается на мидл. Топ-1 нас под... Роми еще забирает. Где это он нашел-то его? На медлении встретил. Сашка! 7-4. Как борется у нас Юнити, а? У кого, вот, я думаю, шанс есть. Просто уже играть так сколько часов. Практически с утра, но у них, по-моему, второй посев был. А нет, они с первого посева, по-моему, все. Выход резкий на плент. Тракторов. Минус домок, домок красный. Второго еще ловит, но сам он остался красный. Минус Искела. Ну и Хурикен 8-4 в свою пользу завершает. Этот раунд... Надо как минимум взять раундов 11 команде трактор, чтобы уже как бы надежно взять и пистолетку, и чтобы без всяких проблем. Поехать 5-6 числа. Максу стоит за трактором, если бобина, в принципе, откроет, он сразу может выйти на него. Нашивается скрип.
Дамок, минус Искела. Где он его поймал? Ловит под Б. Под Б. И Дамок где-то стоят под Б-плент, а так у нас уходит на А. Термика не видит. Минус Хориген, Бобина. Сашка же своего же забирает. Ой, Хрикен забирает же своего же. Девятку лезть домок. Прочекал. 8-5. И от команды тракторов Tech9 и будет заход быстрый на веб-плент. Уже первый лег топ-1. Вторым падает Ескела. Ну, тут демки мувики, в принципе, насобирать можно. Домок, минус 2, и Роме еще помог. 8-6, последний раунд половины. Первый. Сколько будет оно? Какое интересное место тут. Снова опять под Б, что ли, выход. Ну, смотрим, дедушка. Дедушку минус 2. Красный, но не смог в линию забрать. Уже подходит и Роми, уже со спины. Вот этот лол. Саша просто стоял посередине и ничего не смог сделать. Искела крадется, минус. Остается один хурикен с ЛП. Против двоих. Ловится флеш и со спины Максу выбирает раунд. Свою копилку 8-7. Давайте посмотрим по фрагам. Роми 12-10 настрелял. Дедушка 11-10. Термик 10-11. Домок 9-10. И Максу. И что-то Максу как-то в этот раз на самом деле даже на этой карте потихоньку пока не сладится. Искела 14-9. Хурикен 12-10. Бобина 11-10. Топ 1 9-11 и Саша 6-9. Ну так же пока. Главное не отдать пистолетку сейчас тракторам. Если отдают пистолетку, то это плохо. Уже Хуриген падает в скрипу. Топ 1 Бобина минус 2. Ромик флешоны должны забирать его. Помогите. Термик минус топ 1, 3 в 2. По хп вообще ни о чем. Даже еще у Роми 13 осталось. Ушел он в мейн. Термик за тройкой. В 9 убивает Бобину. И сравнивает ситуацию 2 в 2. Должен видит, надо выходить Роми, убивать. Искела Роми. Да, вот что делают 13 хп. Ну и снова слитый пистолет как-то в оферпасе. Счет 8-8. И начинается безысходность. По несколько раундов отдала отдача. Дедушка минус Бобина. Ну, смотрим за Роми. Тут как раз стоит Искелой. И над Хурикеном. Дедушка все-таки допрыгался. 4 в 3. Ну, Стермик. Искела, ну! Оставил 4 хп. Роми сегодня просто везет, ему всегда оставляет по 5, по 6, по 4 хп. Перезарядись, господи. Так, смотрим топ-1.
Напомню, Роми красный, Максус 100 хп. Минус Роми красного убрали. И ой, что створили просто сейчас. Ну, правда, без диффузов. Грамотно, грамотно вышли. И 9 раунд. 9-й раунд в копилку. Свою ложит трактора. Звучит так аж прям трактора. И надеюсь, не будет сейчас качели. Есть, в принципе, Tech 9, есть там P250. Термику уже где-то попали там на половину. В мейне залетело, там атака вся под мейн идет. Сзади бы сейчас зайти, конечно. Так, их ляшку собрать. Хурикен красный остается. Термик все-таки забирает топ-1. Как ты разошелся? Ну и термик. Остается тоже за трактором. И трактора убивает за трактором. 10-8. По 5 клашей, нормально, неплохо. Хурикен на ВП. Аж с точкой. Промахивается ВП по Роме, Саша. На подсадке караулит внизу. Сейчас может термика найти. Термик не дался. Также ложится Саша. И остался Ескелл. Стоп 1. Уже, в принципе, только Ескелл под бэплантом. ХП. Сейвить АВП, не знаю, получится ему или нет. Нет, не получилось ему засейвить АВП. 9-10. Надо брать что-нибудь в этом раунде. По-любому никак не отдачу. Если отдача, это опять 10-10. И опять начнутся качели. Но сразу видно, это реально потные игры. Просто как люди знают друг друга, кто на что способен. Там даже если кто-нибудь играл бы какой-нибудь Беркут там, я не знаю. По-другому могло быть не знающий человек. Как он играет, даже непонятно. Термик минус топ-1. Хурикен домок забирает его. Это отдача, в принципе, там с сбор халявы, бобина видел домка. Он ушел в мейн. Атака перетягивается под Ескеллу. Ескелла будет перенимающий. В линию не успел поймать. Он встать и тут. Остался термик на медлинии. Бобина не стал выходить, да, на него? И все ждут бобину. Как интересная была ситуация. Все ждут, троем стоят, знают то, что он там. Но если постоянно играть, в принципе, уже дефолтные позиции, само собой уже знается, где чем находится. Но продолжаем смотреть. 10-10 у нас. Каких-то 6 раундов отделяет одну из команд. Кого только не знаю. На поездку в Казань. На турнир. Предновогодний, так скажем, 5-6 декабря. Из Чебоксар. Прям неровно тебя отвлек.
Смотрим дальше. Саша. Ой, забрал авторитета. Саша зато реабилитировался без 2. И все-таки его убили 2 в 3. Роми. Ну, Роми опять, ну смотрите, 4 хп ему оставляют. Я не знаю, он какой-то везучий, реально. Парень просто в рубашке рождается. И даже хаешка его не дотронул. Как это возможно? Я просто не знаю, он еще бы двоих сейчас забрал, и скелла, терми. Спрыгнул, но слышал, и скелла, красавчик. Вводит свою команду вперед. Можно даже засейвить АВП, по-моему, где-то здесь было оно. Это АКМ, по-моему. Ого, бобин, там где-то скеллы нашли Рому. Максу пытается поджать мидл, но не смотрит ту сторону, какую надо. Сашка! Топ-1. Следующий раунд не будет денег у команды Unity. Сашка забирает. Ой, топ-1, что ты сотворил? И оставил себе 21 хп. 10-12. А, есть деньги. Нет, я напутал. Значит, чуть-чуть с экономикой просчитался. У них было, оказывается, в запасе. В заначке. Так, и тут снова какой-то буст будет, возможно. Все полностью задымлен. Медлиния, это А будет, а здесь Саша. Один Санек принимает аплент, это нормально. Уже зашел Дерник. С Ромой. Бобина. Сискел, и надо что-то сейвить или, я не знаю, как-то пытаться убивать, что ли. Ну, честно, вот это было, я не знаю, что это было. Короче, ставится один Ескел, Ескел еще забрал термика. Ухо-хо-хо, забрал дамка. Ситуацию 2 в 1 сравнял. Роми, все, есть инфа по всем. И хорошо сидит. 3-9. Да. Почему? Ну хорошо же, бомба стояла прям под мэйн. Ну, сидел вон тут дальше и раздефьюзил бы, наверное, уже тут Ескела. А так хорошо было задумано. Ну и по закупу, в принципе, ничего не поменялось. Нормально так особо. Не страшно, потеряли в деньгах. Дедушки оставили 15 хп этим временем. И снова атака пытается будет уходить под апленд. Домок, первый открывающий скрип. Прилетает ему флеш. Есть за машиной фурикен, за трактором. Терм минус 2. Домок. Снова бобину Сискел оставляет, и Сискел снова один. Неужели это будет 12-12? Тут уже никуда не денешься, конечно, скорее всего. Термик, в принципе, может сделать фраг. Нет.
Ну, есть инфа по последнему игроку. Максу, скорее всего, будет сейчас в спине. Да, и завершает раунд в свою пользу. В пользу команды. И вообще какое-то преимущество, когда там было не знаю сколько денег. И в раундах вообще переросло опять снова в ноль, опять в равенство, 12-12. Нет денег. Снова нет денег у тракторов. Очень плачевная ситуация. Я не знаю, как, конечно, будут они дальше брать раунды. В 5 АКМов играют. Начинается прошивание, прострелы дверей. Думаю, то, что это А. Открылся плэ... открылся скрип, закид хае. Плент вообще идет на Б. Ну там, смотрите, там одного и скеллу оставили, но все стянулись. Как это возможно просто? И уже надо бежать на подмогу к Искеле. Идет заход. Искела до Талова надо сидеть до конца на позиции. Он так и делает. Максу минус Хурикен, Рома минус Саша. Замок. Ловит бобину, зажимает. И остается один топ-1. Которого находит и карает. Продолжаем смотреть. Еще не все так потеряно для тракторов. Хурикен решился взять АВП без армора. Очень рисковый поступок. А сам, конечно, так делаю. Иногда. Когда хочется поиграть с этого оружия. Посмотрим, пока плент лежит. Пока он определенно в какую-то точку не нацелен. Куда именно будет выходить. А время, тем временем все меньше становится. И, скорее всего, это будет B-Plan, где там один бобина. Снова также решают чему-то оставить его. Я вообще не понимаю. В прошлый раз и скеллу оставили одного. Сейчас теперь бобина остается один. Ой, двоих бобина ловит Том. Дедушка будет взрывать девятку. Неплохо так взрывает. Там был Хурикен 3 в 3. Термик ставит плент. Саша. Ну двоих должны забирать. Там последний есть. Но он все-таки Саша забирает. Последнего 13-13. Да, у нас глобалы не покупают диффюза. Возможно, на последние деньги были куплены, может, не хватило. Вот у одного вижу. Продолжаем смотреть. АВП по-прежнему. И играет без АВП, наоборот, у нас. Наоборот, команда Unity без АВП играет. Стараются почему-то они так последние раунды не терять. Драгоценные фраги.
Если уж попадать, надо попадать. Так, опять этот раскид, скорее всего, на отвод глаз. А нет, на самом деле, Плент здесь и был, домой. Минус топ-1, Сашка минус 2 делает. Сашу все-таки спину еще, по-моему, забрал, уже обошел Максу. Бобина. Сискелла остается, а, еще по-своему попадет, это вообще отлично будет. Термик 2 хп. Остался Максу. Видят, есть фраг. 14-13. Я ни за кого не топлю, просто так и получается, то что хорошие фраги сегодня залетают. Мне вообще, честно, без разницы, кто поедет, тот выиграет, тот поедет, то окажется сильнее, потому что тут качели. Пока явного преимущества так особо нет. Все там, кто догоняет, то переезжает. Максу тем временем забрал уже хурикена первым фрагом. Видимо, агрессивно играл. Тут уже снова идет заход. Саша опять минус термик. Ну что ж ты делаешь-то? Топ-1. Минус домок. Максу. Сашку видит. 3 в 3. Бобина красный. Ой, сейчас хорошо так подорвется. Там бобина. Ескела. Саша остаются. Ескела. Один против Роми. 50-52, ай, пропрыгнул, ну, услышал, это Роми, рядом вообще проходит. Лол, так вот просто вообще переживаю за такие моменты, но это, буквально вы рядом идете между собой. Даже не знаю, даже может по наушникам там слышно, это ладно, вот мне видно то, что они рядом проходят. Так, ну тут быстрый выход. Эк, у нас у команды трактор. Курген нормально так поставил вблизи хедшот у нас Роми. Один в один. Максу, ты что-то разошелся, чувак. Остался Ескела с бобиной. Ну, здесь, в принципе, будет 15 раунд. Так, ну и все, последний раунд. Квота, последний раунд. Или все-таки едет Unity, или все-таки будут допы. Сейчас мы узнаем. Также решает сыграть с четырьмя калашами. И также резкий выход. Выход на плент. Топ-1, ну, минус, ой, неужели это будут топы? Пока 3 в 3, пока все равное. Нормально молотов закинул. Искелла забрался уже на 9. Термик, Саша с бобиной. Бобина красный. Минус термик, бобина, минус, 1 в 1, 5 хп против 100. И будет сейчас все решаться. Кто? Кто? И все-таки Unity едут у нас, получает квоту.